что такое тремор и как помочь. К медикаментозным препаратам, а здесь мы не принимаем от тремора никакие медикаментозные препараты, а медикаментозные препараты от тремора – это успокаивающие, это магний, это мы сегодня еще посмотрим, что можно. Но самая главная проблема – это чисто механический лимфостаз. Во-первых, мы проверяем тремор, ручки вытягиваем, и вы можете положить свои ладошки вверх. Вот вы видите, что сейчас у меня трепещут ладошки. Как кажется самому, какая ладошка больше трепещет у нас? Правая ладошка, вот мы говорим, больше правый лимфостаз дает нам и тремор в ручке. Это нарушение лимфооттока. Опускаем ручки и начинаем убирать лимфостаз, да? Это вот эта зона, правая ручка, да? Значит, застой основной мы проверяем. Вот ключичка, а вот у нас подключичные лимфатические узлы вот здесь. И вот здесь мы сравниваем сейчас с левой ручкой. Вы мне докладываете, какая точечка более болевая у нас получается. Правая или левая? Насколько болевая точечка у нас? Ну вот она, в этом местечке и вот в этом местечке. Да. Где? Более оба? Обе больно, да? Ну, чувствуется, что... Чувствуешь, что дискомфорт. Более такой... Теперь я ручку кладу вот так вот вдоль лимфатических узлов, которые плечевые у нас, вот так кладу. И говорим, какая больше застойная у нас зоночка болезненная, да? Та или другая? Вот, заходим туда прям вглубь, слушай внимательно. Вот здесь у нас обычно затор, смотри. Ну, где? Правая, левая? Левая ручка у нас заговорила, к низу пошла. Да. Молодцом, слушай внимательно дальше. Я сейчас диагностирую и легонечко сильного давления не использую. Но у нас уже по красноте видно, что здесь застой, да? Вот так вот мы убираем лимфостаз. Вот здесь получается, вот, да? Вот левая, он, поймали, левая. Вот так вот я сделала, такое движение. И опять повторила, первое движение, которое мы при любом лимфатическом массаже должны сделать, вот так. Когда я так делаю движение, совершенно легко, поверхностно. Здесь болезненно в правой стороне? Нет. Теперь я перехожу сюда, здесь уже другой компот. Здесь уже хуже, да, ощущение? Вот мы его ловим, вот так, вот туда заходим, здесь вот сюда здесь заходим, больнее. Левая сразу больнее, да? Вот мы говорим, пока будет лимфостаз, вот в этих зонах, то есть чуть-чуть дорабатываем, зайка, вот здесь, подмышку только тогда мы приходим и начинаем местно подмышечкой делать круговые движения с направлением вот так вот вверх, да? Вот так мы убираем подмышечный лимфостаз, вот так я делаю ручкой. Это позволит у нас вот эти лимфатические узлы, которые у нас под мышечкой, мы их просто сейчас лучше кровоснабжаем. Никакого резкого движения мы не делаем, да? Тихо, спокойно убираем вверх. Здесь же не болезненно? Нет. Не болезненно. А еще раз прихожу сюда, ручки опускаем, и здесь болезненно. Нет, левая сторона. Левая сторона болезненна. Но вот то, что у нас есть лимфостаз, вот этот вот верхний, и вот он больше выражен правой, вот здесь, да? Мы говорим, замедлен отток по сонным артериям вот сюда. Значит, у нас поглаживающие движения, вот эти, наверное, забыл, смотри-ка, вот так, оп. Потому что мы же совершенно убирали тремор, да? Да. И вдруг он опять появился. Когда увеличивается степень воспаления мы нашли в животике сейчас, тонкий кишечник при пальпации, нашли, что он болезненный, да? У нас там воспаление, здесь увеличение лимфатических узлов, мы лечим животик фитотерапевтическим препаратом, то есть энтероколит, а здесь убираем застой. Вот когда я сейчас делаю такое движение, потому что вот оно, перегрузили мы вот эту лимфу, чувствуешь, да? Мне вот. Даже что сейчас? Жестко, конечно, милый друг, это и есть у нас лимфостаз. Вот я его потихонечку моделирую, потихонечку убираю. Вот видишь, как хочется. Поэтому и появился тремор. Когда мы лимфатическим массажем отрабатываем, он же уходил у нас, сам себя отрабатывал, поэтому просто. Убираешь вот здесь застойную, подключичную зону, надключичную. Затем убираем застой подмышечный, да, вот сюда. Можно вот так вот себе делать, да, потихонечку ручкой. Видишь, чтобы мы здесь убрали боль, не надо. И дальше мы проверяем тремор. Это проверяем обязательно локтевые лимфатические узлы. Вот я здесь смотрю, и где у нас боль появится? Ну, вот здесь боль. Вот здесь боль у нас появилась. Это значит подмышечный лимфостаз мы характеризуем. И опять мы делаем, убираем застой лимфы плечи, угу, и предплечье потихонечку, вот так. А так лечение хронического воспалительного процесса, и вот так по ручке провожу. И можем по внутренней поверхности, вот мы смотри как отрабатываем, вот он где тремор, смотри, да? Вот я сейчас ползу,
и убираю. Смотри, насколько легче становится. Опа, вот мы его поймали. Откуда он идет? Лимфостаз, смотри, видишь как? Что за ощущение сейчас рождается? Сейчас приятно становится. Приятно становится. Ну, надо же убрать просто. На левой стороне мне просто больно вот так вот. Так вот классно. Даже больно. Ну, а как же? Вот он лимфостаз. И когда мы с тобой уберем, уберется тремор. Вот смотри, насколько сейчас будет легче тебе руки. Вот я убираю его сюда, в локоть и подмышку, и вывожу наверх, да? Вот мы смотрим с тобой. Ты смотри, его нет. Ты же понимаешь, нет его? Посмотри. Но гораздо меньше, да? Вот я двумя, и вообще, вот смотри как. Опа! Значит, устранение лимфостаза, начиная сверху, затем предплечье, плечо, затем предплечье и затем кисть, да? И потащили. Самая у нас застойная зона оказалась вот здесь. Да, вот на левой. Вот, да. Но это, а на правой, смотри, что делается, да? Значит, и здесь мы повторяем. Сначала ключичная зона, потом можем плечевую зону сюда. Вот такие поглаживающие движения. Потом выводим из подмышки у нас застой. Он у нас вот здесь оказался застой, да? Вот так вот я его вывожу. Затем отрабатываю подмышечку и опять вывожу сюда. Легкие поглаживающие движения. И затем отрабатываю уже плечо. Вот она, внутренняя поверхность, зайка. Вот он, где лимфостаз. Смотри, как вот я сейчас делаю. Чувствуешь, наверное, да? Чувствуешь вот здесь. И потом самый максимальный. Во, совершенно верно. Вот он, тремор, где сидит у нас с тобой. Вот в этом лимфостазе. Смотри, пошли. Тащу. О, как здорово, да? И убираю. Можем двумя ручками. Это, если что, попросишь свою даму. Вот смотри, я его убираю, да? Как сейчас рука у нас твоя? О, смотри, как здорово. Ну, до вековой залежи полезных скопаем. О, смотри, что убираю, да? Сейчас мы его уберем. Поехали. Опа. Опа. Ну что ж, ладошка вообще не кровоснабжается полноценно. Как ты такое допустил? Вперед на массаж к девчонкам там, к нашим или к Виктору. Проверяем тремор. И как? Ноль тремора. Вот она у нас. Нет его. Ведь невозможно убрать. Если давит на нервное окончание вот этот пласт лимфы, не дает пробраться нервному импульсу, получается тремор. Мы восстанавливаем лимфоотток и меньше давим на нервно-сосудистый пучок. У нас убирается тремор. Красавчик занимается. Нравится тебе сейчас ощущение рук? Да. Доктор, сделайте мне еще, да? Да. Молодец. А можно завтра к вам прийти? А можно, доктор, завтра? А в понедельник? Молодец.